Здравствуйте, мы приглашаем вас в Жигулевск. Совсем скоро здесь начнется матч 15-го тура первой лиги на стадионе «Кристалл». «Акрон» — один из претендентов на выход в элитный дивизион. Сегодня принимает ярославский «Шинник». Но это уже, получается, второй матч подряд между командами. Напомню, что не так давно «Акрон» победил «Шинник» в Кубке, причем победил со счетом 3-0. «Акрон» — Тольятти, «Шинник» — Ярославль. Ну и мы начинаем. Неплохой момент, ну, превратился лишь в аут. Дальше подача в штрафную площадь, удар. Вот мы видим первый удар по воротам Сергея Волкова, который заставил, ну, хотя бы немножко потрудиться вратаря тольяттинцев. А это уже попытка быстрого ответа. «Акрон» разворачивается. Кирилл Данилин делает классную передачу. Удар! И мяч попадает в перекладину. Упускает хороший шанс Владимир Азаров. Ну и, конечно же, надо быть футболистом «Шинника» благодарным Александру Довбне. Ну и матчи, где команды играют медленно, да, мало создают моментов. Здесь подобного не скажешь. И гол забивает ярославский «Шинник» после подачи с фланга. Игорь Андреев выводит свою команду вперед. 1-0. Вот то, о чем я говорил. Это типичная игра ярославской команды. Хорошая игра на опережение нападающего ярославского «Шинника» Игоря Андреева. Уходит от опекуна, набирает скорость Погосов. Видит открытого Константина Савичева. Савичев направо. Здесь Данилин. Данилин под левую убирает. Ищет момент для удара. Бьет под перекладину. И великолепный Довбня переводит мяч на угловой. Хорошая, живая игра. Правда, там бороться-то особо и не надо было. Там основным был выбор позиции. Ну а здесь что придумает «Акрон»? Пока неплохо. На дальнюю надо забивать. Гол! 1-1. «Акрон» сравнивает счет. Ну, я думаю, они заслужили это. Они на гол наиграли. И принимает поздравления Марат Бакоев. Ну вот они, подключение фланговых игроков. Ворота Владикавказской «Алании». Сейчас смотрим стандарт. Подача в штрафную площадь не самая удачная от Данилина. Подбор за ним же. Еще один навес. Это уже опасный гол. 2-1. «Акрон» выходит вперед. 2-1. Егор Данилкин. Центральный защитник отправляет мяч в сетку ворот ярославского «Шинника». Похожий гол, кстати, получился. Опять подача с фланга на дальнюю штангу. Ну и опять игрок обороны в начале сентября. 1-0 тогда скромно выиграла ярославская команда. Ну а здесь Понсе. Пожалуйста, будет 1-1, конечно, обыгрывать Понсе. Под левый удар 3-1. Вот он, выход на замену Понсе и сразу гол. 3-1, 73-я минута. Ну и, честно говоря, по такой игре весьма проблематичными уже кажутся шансы ярославской команды на хотя бы ничью в этом матче. Ну и звучит финальный свисток. 3-1 в пользу «Акрона». Сделали результат во втором тайме футболисты «Акрона». Данилкин 60-я минута, Понсе на 73-й. 3-1 после довольно непростой первой половины матча.